Привет, народ, с вами Спектр, и это рубрика «Что будет, если в Call of Duty World War 2?». Я, знаете, не видел ни одного выбора в Call of Duty World War 2, кроме последней сцены с Цусманом. И если вы хотите посмотреть сюжетку или пройти ее Call of Duty, то я тогда не рекомендую вам смотреть это видео, потому что вы все заспойлерите себе, но, думаю, всем наплевать на это. Итак, ребята, давайте объясню, что я сегодня буду делать. В миссии Рейн есть эпилог. В этом эпилоге у нас присутствует одна сцена. Друга Дэниелса, то есть главного героя Call of Duty Цусмана, будет убивать какой-то там лейтенант Фриц, в общем, какой-то нацист. Вот, и типичный флешбэк Дэниелса заставит его спасти Цусмана. Ну, в принципе, это и так он бы сделал, я думаю. Но есть одно но. Некоторые люди писали мне то, что в этой Call of Duty есть несколько концовок, точнее, еще одна, которая называется «Плохая концовка, если мы не спасем Цусмана». То есть мы не будем стрелять во Фрица, который будет, мы не будем убивать Фрица, который будет стрелять в нашего друга Цусмана. Итак, давайте сейчас я дойду до этой сцены, и вы сами все увидите. Ред, стреляй! Круг всегда замыкается. Все, что я сделал, что хотел сделать, будто всю жизнь я шел к этому моменту. Нам пора домой, братишка. Пол! Вот этот самый момент, который вспоминает Дэниелс. И сейчас будет эпизод с Цусманом. В снегу, потому что я не смог. Чёртов, я иду, Цусман. А теперь мы сделаем то же самое, что сделал Дэниелс в детстве. Мы не будем стрелять в немца, который убьет Цусмана. И посмотрим, что же будет. Возможно ли, ребята, изменить финал Call of Duty WW2? Сейчас мы это узнаем раз и навсегда, чтобы не было больше никаких вопросов. Итак, Цусман находится где-то в этом лесу. Сейчас мы до него доберемся и узнаем истину, друзья. Существует ли вторая концовка у Call of Duty WW2? Об этом мы узнаем прямо сейчас. Найти Цусмана, 40 метров. И, в общем-то, давайте смотреть. Отодвигая руку от мышки, стрелять я не буду. Вот Цусман. Ред, стреляй. А мы не будем этого делать. Итак, проверяем. И вы не смогли спасти Цусмана. Нет, ребята, нет. Второй концовки Call of Duty WW2 не существует. Единственная правильная концовка — это, как вы понимаете, основная. Мы спасаем Цусмана, happy end, все дела. Я это проверил. Я хотел это проверить. Вы хотели, чтобы я это проверил. И все закончилось довольно неплохо. Вот. В принципе, это все. С вами был Спектр. Если вы найдете еще какую-то информацию по поводу сюжета Call of Duty WW2, возможно, есть, знаете, помните миссию, где нужно шпионить, да, в штабе фрицев? Может быть, там мы неправильно должны ответить Генриху, когда он фамилию спросит того, кто нас направил. Посмотрим, ребят, посмотрим по количеству лайков, по просмотрам, как вам понравится. Ну, а с вами был Спектр. Всем удачки и пока-пока-пока.